Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике я бы хотел разобрать несколько airdrop проектов. Причем я покажу как старые проекты, которые мы с вами отрабатывали, которые уже вот-вот насыпят буквально через 2 дня, так и покажу вам, расскажу о нескольких новых. Покажу новые вкратце, если будет интересно, напишите, я сделаю более подробный видеообзор, потому что, ну, это те вот самые проекты, которые не так просто разобраться, там надо прям показать, куда, где, что, потому что выглядит непросто. В общем, друзья, это первое. Второе, покажу новый ивент от проектов, которые мы выполняем. Вы уже сами будете принимать решение для себя, делать или не делать. Ну и третье, напомню о розыгрыше, который сейчас проходит фактически на $1000. Поэтому, друзья, обо всем максимально коротко и самое главное с пользой расскажу, покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Итак, друзья, давайте начнем с проекта BitLayer. Вообще, по проекту BitLayer я записывал первый видеоролик несколько месяцев назад. Я записал видеоролик, сделал пост в телеграм-канале. Как обычно, все изначально идет именно туда, поэтому ссылка в описании. Вообще, все ссылки будут в описании. Переходите, подписывайтесь. Значит, друзья, я о нем более не рассказывал, объясняю почему. Я записал видеоролик, написал пост, просто ноль реакций. В телеграм никому ничего, никто не написал. На ютубе то же самое. Я так понял, что проект не зашел. Ну, не зашел и не зашел. Хотя некоторые выполняют, для них и расскажу. В общем, для тех, кто не в курсе, я напомню, что это сеть Bitcoin, она построена Layer 2 EVM. Я думаю, что это понятно. Здесь мы отрабатывали, здесь вообще основная работа была делать транзакции, делать бриджи, ну и, собственно говоря, набивать баллы. Я этот проект не спеша делаю, все нормально, меня все здесь устраивает, вложения здесь копеечные, в принципе, да, то бишь, там погонять транзакции, комиссии действительно небольшие, разные бейджи собирали и куча-куча всего, но это окей. Также я хочу сказать, что у нас получается сегодня или вчера стартанул новый ивент. Вот он, этот самый ивент. Что нужно делать в этом ивенте? Опять же, я уже написал в телеграм-канале, но сейчас расскажу и здесь. Мы с вами будем собирать части машины, которую потом будем между собой крафтить, и за которые мы будем получать airdrop токенов. Если сюда нажать на кнопочку Leon Mo, давайте откроем, почитать больше, то здесь, в принципе, написано. Давайте вообще его сделаем. Ага. Давайте только не выделены, а весь текст. Та-та. Повторить. Нельзя. Ладно, окей, нельзя перевести почему-то. Будет должно. Вот, руководство по получению большого количества airdrop. Сборка машины в этой игре дает возможность получить разблокированный токен BTR. У нас уже есть тикер токена, который мы будем получать. Когда будет BitLayer TGE? Это пул airdrop, включая в себя потраченные сборы за чертежи, то бишь, я так понимаю, транзакции, комиссии и так далее, и 100% субсидию от BitLayer. Это, в принципе, все понятно. Далее, владение автомобилем разных уровней показывает на разную норму возврата airdrop. То бишь, чем круче у нас будет наша тачка, тем больше нам дадут. Это можно назвать так называемым, как бы даже IDO, когда мы вкидываем и потом что-либо получаем. В общем, друзья, здесь расписано, какие машинки нам дают и как это вообще все работает. Сейчас я не понимаю, как их между собой крафтить, можно только получать детали. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Важный момент, еще важный момент. Я никому не призываю сюда депать. Я расскажу так. Я делаю этот проект, мне все здесь нравится, и поэтому, даже с учетом того, что я его выполняю, я сюда закину максимум 100 баксов на аккаунт. Это прям потолок. И то, если Alien X и Metamorphosis, о которых мы еще с вами немножко позже поговорим, насыпят. Значит, повторюсь, мы можем либо одну деталь стоит 0.3 USDT, одна коробка, либо сразу 10, за что получаем 10% скидки. То бишь, итого оно обходится в $2.7 за 10 деталей. Давайте покажу, как это делать. Значит, покупаются у нас эти детали за USDT в сети BitLayer. Я свапаю на макароне, потому что от него еще будет дроп. В общем, давайте купим. У меня здесь есть немножко в этой сети эфира. Нажмем максимум, нажимаем кнопочку swap. Сейчас у меня появится $3. И, собственно говоря, за эти $3 мы с вами купим коробки эти. Я уже сегодня покупал, ну, баксов на 15, наверное, так. Еще раз, друзья, повторю, сюда бездонно депать не стоит, ибо последние проекты нам показывают, что, ну, не хз. Опять же, дело каждого. Но если вы все-таки делаете BitLayer, то как минимум, ну, баксов 10 там потратить, ну, надо, стоит обязательно. Обязательно стоит. В общем, давайте сейчас мы это сделаем, подтвердится транзакция, и пойдем откроем с вами коробку.
Есть, есть. Возвращаемся обратно, будем открывать сразу 10 деталей. Я вам заодно покажу, как это в принципе работает, какие даются. Видите, 2,7 доллара, то бишь скидка 10%, и нам выдается сразу 10 деталей. Там еще, если вот открыто, где я показывал прочитать больше, там написано, что чем больше мы открываем по 10 коробок, тем больше у нас будет круче деталей. Есть 3 звезды, 4 звезды. Короче, вот 4. Я уже открыл, ну, долларов на 15, вот, ну, реально. И у меня только одна пятизвездочная выпала. В общем, ребят, как они будут между собой крафтиться, пока непонятно. Поэтому еще раз повторюсь. Чуть-чуть, если хотите, депните, покрутите, пускай будет. Во-первых, хотя бы для активности аккаунта, для тех, кто выполняет. Для тех, кто не выполняет, тут уже Dior. Стоит сейчас сюда заходить в этот битлеер или не стоит? Ладно, поэтому рассказал, давайте двигаемся дальше. По Alien X. В общем, напоминаю, что у нас дроп уже через 2 дня. И у меня, друзья, есть не очень хорошая новость. Я вам сейчас покажу. Скажу, что я говорю. Во-первых, кстати, вот еще один важный момент. Я, ну сколько, да много раз я вот спрашиваю, записывать видеоролики там о биржах, когда есть какие-то промки. Все говорят, записываю, но как только я записываю, как-то ноль реакций, никто не смотрит. А вот на гейте можно было пофармить очень даже неплохо этот AX токен, просто за депозит USDT. Да, там есть розыгрыши, там еще что-то, но фармить, как обычно, мы там на битгете, на байбите. Вот люди закинули и крафтят, точнее фармят токены, почему бы и нет? Сколько он будет стоить? Кстати, касаемо цены токена, тоже еще раз повторюсь, мой прогноз 0.1-0.3 максимум, даже с учетом того, что 12.5% будет на листинге. Но кто-то говорит, будет бакс. Я в это не верю. Возможно, когда-нибудь потом. Сейчас я в это не верю. Ладно, к чему я хотел что сказать? Что Alien X у нас выкатили токеномику, и, собственно говоря, что мне здесь не нравится? Во-первых, да, 12.5%. Соответственно, в рынке у нас будет 125 миллионов токенов на листинге. И все равно цена в доллар для такого проекта, ну, как по мне, ну, чуть-чуть великовато. Ладно, окей. А что мне, друзья, не нравится? То, что я допустил свою же ошибку, потому что пожадничал, решил сэкономить. Значит, смотрите. Напомню вам, почему мы вообще начинали выполнять именно Alien X. Ребята, смотрите, у нас здесь 67% всех токенов пойдет на раздачу комьюнити. Это жирно, это очень жирно. А вот теперь, что мне не нравится, опять же, только я в этом виноват. 40% из которых пойдут для тех, кто покупал ноды. А я ноду не покупал. Почему? Потому что нода тогда минимально, по-моему, здесь самая дешевая стоила 800 или 600 долларов. И я вместо того, чтобы купить сюда, напокупал в разных там деборд, говнёр, там где были, по 100, по 200 долларов. По итогу все это говно вскамилось деньги, а здесь, где можно было купить и сейчас получить, не получилось. Ну, уже что сказать, уже как есть, так оно есть. Как бы не было, напоминаю, 23 числа листинг, и у нас клейм токенов будет также 23 числа. И через час будет аирдроп после листинга. В общем, сказал. Идем дальше, по метаморфозису. Здесь тоже есть кое-какие новости. Значит, во-первых, клейма токенов у нас пока нет. Более того, хочу сказать, что вроде бы как говорили, что вот-вот и должен появиться чекер, где мы с вами сможем разобраться обмен нашего паудер, да, то бишь нашей мощности, на этот самый токен Кук. Потому что пока что, где непонятно, но важно, что он тоже должен залиститься 23 числа. Это первое. Второе. Также, друзья, будет второй сезон фарма этих токенов. И я вам напоминаю, что первый сезон я фармил через Пендл, то бишь весь мой основной фарм был через Пендл, и при этом я все равно не попал даже в топ-1000, хотя и рефералка, и депозит, и через Пендл. Но я скажу так, что касаемо второго сезона, если все-таки здесь что-то насыпет, нормально, то имеет смысл рассмотреть второй сезон. Если там будет плюс 50, дай бог 100 долларов, то я даже и близко никуда не полезу и не буду ничего этого делать. С этим тоже рассказал. Теперь, друзья, давайте я вам напомню про торговый конкурс, кстати, который идет от нас. В общем, напоминаю, что, во-первых, вы можете просто перейти по ссылке для моих рефералов, нажать кнопку «Зарегистрироваться», и вы уже принимаете участие в розыгрыше 30 долларов. А если вы еще и торгуете, то можете побороться за первое, второе, третье место, где там 250, 200 и 100 долларов можно тоже забрать. Плюс вот эти же 30. Ссылка в описании, переходите, пробуйте. Касаемо реферала, постоянно отвечаю на один и тот же вопрос. Если вы не мой реферал, можно переделать, но это по желанию. Там ничего сложного нет. Напишите в личку, там все расскажу, подскажу. С этим я рассказал. Далее, друзья, давайте покажу вам один новый и еще расскажу о некоторых. В общем, DotSwap. Вы помните, я вам о нем несколько раз говорил. У меня здесь лежит, стейкаются бабки, то бишь я их закинул в пул.
Сейчас я вам покажу в паре ФБ, именно ФБ и BTC. Вот она, у меня вот мой, лежит мой пул, вот мои награды и вот поинты. Здесь тоже будет дроп, по крайней мере, админы так сказали, что здесь мы фармим поинты, плюс сыпят награды. Здесь, друзья, вот так просто не расскажешь, потому что здесь нужно делать депозит на биржу, ну, то есть на вот этот DotSwap потом. Короче, если интересно, скажите, я сделаю более подробный видеоролик, расскажу, как это делать. Это первый момент. Еще один момент, есть еще, появился у меня один проектик, типа как метаморфозис или типа как... Короче, просто туда нужно закидывать бабки в стейкинг. Я в него буду депать, я вот тоже говорил, не буду никуда депать. Буду я депать как миленький, потому что, а где еще как зарабатывать? Приходится как-то крутиться. Опять же, друзья, если интересно, туда напишите, я сделаю видеообзор, покажу, расскажу, потому что я туда планирую немножко занести, что получится. Итого, давайте подведем итог по видео. Значит, первое, по битлейеру, если выполняли вот этот проект, то как минимум, 10 баксов депните, открутите эти коробки. Не хотите, не крутите. Даже скажу так, лучше не депайте, а то потом опять начнется, ты нас засаживал там, похер, что нету ревки. Куда засаживал, кого засаживал, в бороду, если только засадил. Короче, если хотите, сделайте. Я сюда сделал, потому что я проект этот отрабатываю. Касаемо AlienX и метаморфозиса, 23 числа, то бишь послезавтра должны быть раздачи, друзья. Ой, не хочу загадывать. Как мне страшно, чтобы не получилось по плюс $2 с каждого проекта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это тоже сказал. По поводу турнира тоже рассказал. Будет ссылка в описании. Переходите. Как минимум 30-ку просто так можно попробовать залутить. Рассказал. Ну и, друзья, по новым проектам, если интересно, просто я как бы особо не понимаю настроение комьюнити. Если интересно, напишите, расскажу, поясню, что, где и как. Все, ребят, буду на этом заканчивать. Всех обнял, приподнял. Всем профита, всем спасибо, всем пока.